Сами верят, потому что это не такая.
найближчому, до світла і торжественна. Пусть не постатіли новенькі мені і заботи служебне, і заботи сімейне, всю на світі познавши, всі згоди прошедше, остаються загадкою сучасна жінка. Мені ця жінка ніхто. А вот на сердце, как ни странно, а голос ее светло, а нежность ее туманна. Она умеет принимать жизнь благодарными глазами и от природы замирать и разговаривать с цветами. Она надежная подруга, незаменимая жена. И тайны слова друг у друга две половинки, каждая верна. Не хватит слов мне говорить об этом божественном создании небес, что сердце одаряет ярким светом и вундеркинда превращается в обед. Спасибо говорю земле и небу, спасибо солнцу, осени, траве за этот юбилей, и он мне небу. Он праздник жизни, посвящение тебе. Тебе, которая прекрасна, друзьям, которые вокруг, семье, которой ты подвластна, работе, что надежней всех подруг. Сегодня нашей женщине полвека, святые радости ее пути. И нет у нас надежнее человека, с которым было так легко идти. Мои слова о великой женщине, о прекрасной матери, о чудесной сотруднице Татьяне Владимировне Марковской. У нас доброй, очень справедливой, по-матерински чуткой, мудрой и компетентной, профессиональному и уникальному руководителю, директору нашего любимого колледжа Катерине Ивановне Волыне. Но я продолжу словами, стихами. За юбилеем. Это слова, которые говорят о том, что у нас в последнее время действительно очень много было хороших, знаменательных дат. И я благодарна тем людям, которые проходят свой век с достоинством, проходят свой век так, что можно по-доброму завидовать. И вот именно сегодня мы празднуем юбилей одной из действительно самых хороших, потому что я прежде всего оцениваю профессиональные качества, и, которые неотъемлемы от личностных, человеческих качеств. Вот сегодня мы говорим о Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна, на первый взгляд, я вам скажу, что очень скромная женщина, но если проследить ее жизненный путь, то это человек необычайно целеустремленный, очень настойчивый, он знает, что хочет. Вот я начну с того, что она закончила педагогическое училище. После педагогического училища работала в детских дошкольных учреждениях города Киева. И я вам хочу сказать, что 7 лет проработала она воспитателем детского садика. Это очень большой, такой вот очень хороший период жизни, который дал основу ей вырасти до вот сегодняшнего дня. После этого она в 1980 году она пришла в Киевский педагогический колледж имени Ушинского просто лаборантом на время декретного отпуска. Пришла и осталась. Пришла, проработала 1 год, и сразу ей дали часы преподавательской работы. Работала очень настойчиво. И вот на сегодняшний день
Она, я честно скажу, я даже не могла пересчитать, сколько грамот у вас, Татьяна Владимировна, и сколько благодарностей. Это, значит, ну, если 15-16, потому что не перелистаешь личное дело. Это преподаватель высшей квалификационной категории. Преподаватель, который имеет очень ценные для дошкольных учреждений, для педагогического колледжа методические разработки. Это преподаватель, который действительно прошел от лаборанта, был классным руководителем, занимался методической работой, знает практику, знает специальные методики, знает полностью дошкольное воспитание. Ну что еще Татьяна Владимировна не знает? Вот скажите. Она знает все, что нужно настоящему профессионалу, которого любят, которого уважают, которого ценят в нашем педагогическом колледже. Дорогая Татьяна Владимировна, я восхищаюсь вами. Я восхищаюсь вами как профессионалом, как человеком, как преподавателем, как женой, потому что руководить мужем не каждая женщина может. Я, может быть, как наставлять. Или как? Вдохновлять. Вот, наверное, это правильное слово. Вдохновлять. Чудесная девочка у нас закончила наше учебное заведение. Дети замечательные. Татьяна Владимировна, я желаю вам от всего сердца счастья, здоровья. И я считаю все-таки, какие бы ни были награды, и где бы они ни выдавались, самая главная награда – это грамота Киевского педагогического колледжа имени Ушинского. Потому что это характеризует вообще ее как человека, как профорга на своей предметной комиссии и вообще как женщину, которая может пройти все преграды, идя к цели своей. Когда-то она выполняла одно поручение, не очень большое у нас по колледжу. Ей нужно было просто передать сообщение одной из наших преподавательниц, которая жила на верхних этажах. И поскольку дверь была закрытой, то я не знаю, каким образом туда поднимали Татьяну Владимировну, то ли на пожарной лестнице, то ли на пожарном кране. Но, во всяком случае, совершенно точно, что пожарники ее доставили к верхнему этажу, она туда зашла, со своим поручением справилась, после этого пришла и доложила, что все в порядке. Вы настоящая женщина, какие бы трудности ни были, она все равно их пройдет. Дай Бог вам, Татьяна Владимировна, чтобы всегда у вас жило вот это человеколюбие, и чтобы оно 100 раз возвращалось к вам. Возвращалось вам, вашим детям, вашим внукам, всем вашим потомкам. Мы очень рады, что у вас родилась внучка, и что она тоже Татьяна. И мы рассчитываем, что она будет учиться в нашем колледже. И со временем придет к нам работать. Всего вам самого-самого доброго. Что-то было вот когда, окажусь на той неделе. Детский лепет, 20 лет. Можно было с пылом равным дать безгрешный обет, оказаться буржуаном. Ни за что и ни про что и не грешить и повиниться. Это в 20 хорошо, но в 30 не годится. В 30 надо все решить. Добывать и добиваться, трезво думать, мудро жить, ну, а выглядеть на 20. Но и этот срок прошел. Как бы он душе не дорог то, что в 30 хорошо не перестало делать в 40.
40, надо понимать, все сложилось, состоялось. Что ты будешь изменять? И кому? И с кем? Вот жалость. Только это ерунда. И скажу вам, не для смеха. 40 – это ерунда. И полвека не помеха, чтоб любить, мечтать, творить и надеяться не смело, просто и чудесно жить, и чтоб жизнь не надоела. Якщо говорити про період, який я знаю особисто Тетяну Володимирівну, то я б виділила декілька етапів. Ну, перший – це вона, вихователька дитячого садка 281-го, де наші студенти прийшли на практику. І от ця дівчина, молода, красива, ну, можна сказати, ізящна, працюючи з дітками, зразу захопила і викладачів училища тоді, і наших студентів, як вона могла підійти, показати свою роботу. І завжди гордилась тим, що вона випускниця нашого училища. Тепер у неї вчаться студенти. Другий період підкреслює таку ціленаправленість, про яку Катерина Іванівна сказала, що характеризує нашу Тетяну. Це вона студентка, заочниця чи вечірнього факультету Київського педагогічного інституту Горького. І мені, можна сказати, пощастило в той період, коли Тетяна проводила практику в нашому училищі, я керувала практикою студентів і безпосередньо її. От бачу, сумлінна, активна, ну така розумна студентка. Уроки проводила цікаво, натхненно, завжди в гарному гуморі. І я думаю, от така вихователька, перспектива добра, може бути і методистом дитячого садка, і завідуючим, а ще краще, коли вона буде викладачем педагогічного училища. І от наступний етап, вона приходить в наше педагогічне училище, теперішній педагогічний коледж. Всі слова, які можна говорити, як про викладача, як про працівника, Катерина Іванівна сказала, це і ціленаправлена, це і сумлінна, це і добросовісна, це і наполеглива, це і знаючий викладач. Викладач, який знає основи дошкільного виховання, основи педагогіки, методики. Викладач, який захоплений природою і вдало видали їй цей розділ, цю методику ознайомлення з природою. Але можна ще говорити про неї багато епітетів, багато слів, як про класного керівника. Наскільки вона чуйна, наскільки вона добра, наскільки вона тактовна в ставленні до своїх студентів, коли вона була класним керівником. Можна говорити просто як чарівну, про чарівну жінку. Дійсно, красива, молода. От мені здається, що вона така ж сама, чи може я її щодня бачу, як вона була і в 80-х роках, як вона була тоді як вихователькою, студенткою. І я хочу, Таня, побажати, бач, сьогодні природа, вчора вона якась була не така трохи, а сьогодні сонячна. Так? Осінь розкрасила в різні кольори, така найбільш яскрава пора року – це осінь. Ти родилася якраз цей час. І тепло сьогодні, порівнюючи з попередніми днями. Я хочу побажати, щоб тобі завжди було тепло, ласка, увага з боку всіх людей, які тебе оточують. Мої колеги, продовжуйте. Танечка, для нас ти асоціюєшся із такою квіткою айстра. Айстра – це зірка. Зірка і разом з тим якась така далека, недосяжна, загадкова. І разом з тим, зірка – це втілення жіночності. І кажуть, думки мають матеріальну силу, якщо їх дуже багато однакових. І якщо ми всі скажемо разом щастя, здоров'я, всього-всього, що називається от старомодним щастям,
то обов'язково виникне якийсь такий вселенський вибух, і осколки цього вибуху принесуть тобі все те, що ти хочеш. Ми дуже раді за тебе, раді за твоє життя, за твій сьогоднішній день. І наостанок такий маленький віршик. Нехай душа не знає холоду, як ясний день сади цвіту. Хай серце завжди б'ється молодо, добро вінчає доброту. Ми тебе цілуємо. Ще один вопрос. Нашому коледжі, в нашому соціумі. Це надзвичайна жінка, вона дуже справедлива і дуже гарна, і дуже молода. Це завжди весела і завжди, ну я б сказала, така надзвичайна. Світлана Миколаївна Півель! І на Львівській площі є таке педучилище, тепер вже педколедж.
коли дитянка закінчила 4-й курс. І коли вона там навчалася, в неї були вчителі, ви тільки вдумайтесь в ті прізвища. Може, вони вам здадуться знайомими? Антоніна Григорівна Нікрашевич. Методика розвитку мовлення. Протягом 15 років незамінимий за відділенням дошкільним, який знав кожного лицо, кожного студента, який помнят її до сих пор, всі студенти. Антоніна Григорівна, кроме этого, еще была зампрактикой на протяжении многих лет. И Таня, всегда говоря о ней, очень тепло отзывается об этом человеке. Это методика развития речи. Иностранный язык, немецкий. Гранкина Ирина Георгиевна. Методика изобразительной деятельности. Зинченко Людмила Ивановна. Я думаю, що всі люди Мартина теж своїм поаплодували, правда? Ще фізичне виховання. Я думаю, чому ви така фізично розвинута? А у вас просто хороші корені, хороша закладка, фундамент дуже хороший. Тому що фізкультуру викладала Лілія Леонтівна Євдокимова. Антоніні Григорівні Нікрашевич. І прошу її підтримати. Поэтому я помню, Танечка, тебя. Помню прекрасное твое лицо, твою улыбку, твое умение быть всегда прекрасной с преподавателем, со своими сокурсниками. Ты, несмотря ни на что, ваш классный руководитель Ольга Ивановна Ивашутич, а Таня была старостой. Несмотря ни на что, классной была Таня. Не Ольга Ивановна Ивашутич, а Таня. Всю работу вела Таня. Танечка, я наблюдала за тобой много лет. Ты окончила училище, если сейчас был 2000 год, считай, что был бы юбилей 30-летия. Чуть-чуть туда-сюда. И я хочу тебе пожелать, естественно, быть всегда молодой, всегда улыбаться, чтобы счастье у тебя было в доме, а твоя внучка была такой же прекрасной, как ты. Умела любить людей, ценить людей. И вообще я желаю, чтобы всегда у тебя была корона. Великолепная корона женщин, которых нет. А у тебя она есть из-за того, кого ты любишь, и чтобы вы были всегда вместе. Желаю всего хорошего. Лили, я вам скажу. Хорошая мать, хороший, добрый человек.
человек. Мне хочется, а часто еще даже трудно даже верится, что уже и говорится бабушка. То есть цветок потом спустился, вырос прекрасный цветок. И мне хочется, чтобы долгие, чтобы долгие годы ты радовала всех своих близких и всех нас. И чтобы ты была, я когда увидела эти цветы, подумала, Боже, они божественно красивые, и я от души тебе это дарю, чтобы хочу, чтобы они принесли тебе много-много радости. Спасибо, Люда, я еще не юбиляша. Да, вот, готовясь к сегодняшнему дню, вы знаете, всегда человек находит то, что он хочет найти. И вот сегодня, вчера, ну это не важно, мне попал журнал, где был очень интересный исследование Николая Васильевича Нони Юденко Гоголя за 1846 год, которое называется «Чем может быть жена для мужа полезной в простом домашнем быту?» Ну, это при нынешнем порядке вещей, там, в то время. Да, как мы говорим, дореволюционное. Ну и, в общем, в этом произведении он исследовал распределение обязанностей мужчины, женщины, то есть мужа и жены. Причем в этом исследовании, конечно же, жена не работала, но у нее было вот так обязанности, понимаете? Но меня заинтересовал вопрос ведения общей расходной книги Татьяны Владимировны, где распределяется годовой доход семьи. Поэтому я тут законспектировала. Так вот, Гоголь предлагает разделить деньги на 7 равных кучек. Первая кучка – это деньги на квартиру, ее содержание и прочее. Вторая кучка – это деньги на стол и все съестное. Третья кучка – это деньги на экипаж, карету, кучера, овес, ну, я думаю, на машину и бензин. Четвертая кучка – это деньги на гардероб, все, что нужно, чтобы показаться в свете. Вот как мы друг перед другом показались сегодня. Пятая – это карманные деньги, чрезвычайно необходимые. Шестое – это издержки. Ну вот, у кого-то что-то, как-то, где-то – это издержки. Ну и седьмое – это Богу, то есть деньги, необходимые на церковь бедным. Но держать все эти кучки следует отдельно, друг от друга, и ни в коем случае не перекладывать, какой бы велик соблазн не был. И все это делается, знаете, для чего? Для покупки твердого характера. То есть укрепляется в деле вещественного порядка. То есть, ну, все, что укрепляется в деле вещественного порядка, становится укреплением в деле душевного порядка. Так вот, вы скажете, к чему эти все мои слова? Дорогая Танечка, я хочу, чтобы все, во-первых, кучки твои никогда не расходовались, чтобы они были полны и постоянно наполнялись за твердость вашего характера с вашим мужем и за ваше обоюдное счастье. Найкраща співачка в нашому вулиці і взагалі в Києві. Ну, краще я не знаю, може воно і є, але я не знаю. Ну, для вас, так, да. Я ж народна артистка Петкович. Я розумію, що ви маєте право гордитись.